В честь Дня российского триколора в Орехово-Зуево организовали праздничный велопробег. Старт акции был дан у Вечного огня на привокзальной площади города. На старт вышли спортсмены от мала до велика. Возглавили колонну депутаты Совета депутатов округа Екатерина Артемова и Александр Бабаев. Под бело-сине-красным стягом велосипедисты проехали по главной улице города. Финальной точкой маршрута стала Октябрьская площадь. Организовали события сотрудники Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре округа. Инициаторами акции стали члены местного отделения партии «Единая Россия».